Начало отопительного сезона регламентирует распоряжение регионального правительства. Согласно этому документу, все объекты социальной сферы и многоквартирные дома должны быть готовы к приему тепла к 15 сентября. Это главная тема заседания штаба по ситуации в сфере ЖКХ. Председатель комитета по жилищно-коммунальному комплексу Андрей Большаков заслушивает отчеты коммунальщиков. О завершении подготовки к отопительному сезону свидетельствует паспорт готовности объекта. Из отчетов следует, что процесс оформления разрешительной документации находится в самом разгаре. Тревожных сигналов о технической неготовности котельных или сетей к отопительному сезону нет. Дата начала отопительного сезона на объектах социальной сферы уже известна. После ремонта произвести заполнение сетей, поставить на циркуляцию в срок до 24 сентября. Пуск тепла в школы, детские сады, больницы и поликлиники начнется с 25 сентября. Что касается жилищного фонда, то многоквартирные дома начнут отапливаться после соблюдения нормативных требований. Среднесуточная температура на улице в течение 5 дней подряд должна быть ниже плюс 8 градусов. Кроме вопросов подготовки к отопительному сезону, на заседании штаба ЖКХ рассмотрели проблему холодного водоснабжения в западном районе города. Жильцы некоторых домов на улице Славского пожаловались в прокуратуру на слабый напор воды в квартирах на верхних этажах. Люди присылали, в том числе я видел, как у них непосредственно из крана с холодной водой просто капельки капают и все. Вот. Что за ситуация, мне непонятно, в чем причина, вот прошу как бы с этим разобраться. Председатель комитета ЖКХ Андрей Большаков поручил провести комиссионную проверку по каждому адресу.